Сегодня гуманитарный батальон «Новороссия» совместно с помощниками депутатов привезли канцелярские товары в один из техникумов города Ясиноватая, который пострадал от самых интенсивных обстрелов в августе месяце 2014 года. Бомбоубежище, которое находится у нас в здании, по нему был выстрел залпом, выворотило пол лестничного марша на первом этаже. Несколько аудиторий, но мы сейчас уже восстановили часть аудитории. У нас много крыш пострадало, но мы уже что-то... Общежитие, в связи с этим сейчас система отопления там погибла. Мы сами можем сделать все, но нам нужны материалы. А когда был обстрел, то вы говорите, из танка, когда Большинство ремонтных и отделочных работ производится по личной инициативе студентов техникума транспортного строительства города Ясиноватая. Для восстановления разрушений на территории учебного заведения и прикрепленных общежитий не хватает только строительных материалов. То есть это вот эти все разрушения, правильно? Да. Ну вот это уже, видите, это уже вставили, а как раз вот пришелся сюда, вот сюда. Вот это уже, видите, все это. Вот с первого по пятый этаж, видите. Шесть снарядов, да? На данный момент гуманитарный батальон «Новороссия» под руководством Екатерины Губаревой доставил канцелярские принадлежности для студентов и сотрудников техникума. Наши ребятки России, которые собирали эту гуманитарку, они тоже за нас там болеют. Да, вот каждый вот там принес там тетрадку, ручку, вот, показать свою помощь и поддержку нам. Очень хорошо. У нас единственная к ним просьба, если бы они нам дали материалы, у нас скоро начнется реальное проектирование, и студенты могли бы тогда сами восстанавливать все, но у нас ничегошеньки сейчас нет. Все это есть, у нас все в разработке. Нам нужны материалы, да, строительные. У нас все это есть. Вот заявочку будем сейчас писать на строительные материалы. Вот у нас на наш гуманитарный батальон «Новороссия» сейчас поступило 150 тонн. Вот финишно там смеси строительные, цемент, еще вот что-то. Спасибо вам большое за все. Оксана Волчонок, Сурэм Скобичевский, телеканал «Новороссия», город Ясиноватая.